предыдущих сериях Даррена. Волвер своими махинациями с использованием спидфорса все же смог сломать маховик времени. Его заводит Реймондом! Тебя не должно быть здесь. Да ты психопат. Я постоянно вижу в кошмарах этого мальца. Я устал! Исчезни! Оставь меня в покое! Тут до меня дошли слухи, что ты ищешь Дуранина. Вопрос, зачем? Я не могу нормально спать. Он кошмарит меня день и ночь. День и ночь! Что король Лич хочет от тебя? Мое тело. Пока жива душа Магрейна, он не может выбраться и завладеть моим телом. Но я чувствую, как с каждым днем барьер слабеет. Ну что, не держись рядом и будь внимательным. Если что-то вдруг случится, беги без оглядки в наше укрытие. Вот мы и попались. DC Animated представляет! Производство Васидана Студия. Так. Что у нас здесь? Предатель Реймонд и его верный песик с балластом уродца. При поддержке Прага Интертаймент. Ты решил собрать отряд самоубийц из таких же отбросов, как ты, не так ли? Режиссер Дарспаул. Слышишь ты, клоун в ряженых доспехах и в обделанном коне. Я не позволю таким упырям, как ты, оскорблять моего сына. Уйди с дороги, Дойл. Я не хочу драться с тобой. Я бы тоже не хотел с собой драться. Теперь мои руки развязаны. И я сделаю то, что должен был сделать 6 лет назад. Дойл, только не опять. Я уже объяснял, что я не виноват в смерти. Закрой свой лживый вонючий рот! Не желаю слушать снова твою гнилую мерзкую ложь. С меня хватит. Не понимаю, почему Болвар мешкается с тобой. Давно пора было отправить тебя к владыке Лайтсейду на переработку. Прикончить их. Тони, беги. Даррен. Хроники короля мертвых. Думаешь, я позволю этим сошкам убить тебя? Эх, ошибаешься. Убьешь меня так же, как и убил моего брата. Я устал тебя разубеждать. Ты отнял его у меня, Рэй. Нет. Ты сам его отнял у себя в тот день. Его убил Болвар. Ты своими руками погубил его. Ах ты наш мальчик на побегушках. Ну, заплачь. Что? Что я только что сказал? Неважно, уходим. Ненавижу! Бежим скорее!
Да уж, угораздило нас оказаться в этой черной дыре, как бы это символично ни звучало. Не могли бы выбрать другое место для лагеря? Будь оптимистом, Хилл, и мы все еще живы. Уж лучше переждать в этой твоей черной дыре, чем соваться в людские поселения, где на нас обратят пристальное внимание. Тем более Дуранин сказал нам не высовываться, пока он во всем не разберется. Я не спорю. Конечно, я согласен с твоим мнением, малыш Корок. Но ты же знаешь, как я не люблю сидеть на месте. Что поделать? Сказано сидеть, значит будем сидеть. Он всегда так ноет. Постоянно. Что? Да я не ною. Еще как ноешь. Уже достал меня. Как же это божественно. Я не ною! Да, ноешь. Нет! Да. Нет! Да. Нет! Да. Нет! Да. Нет! Да. Нет! Хьюи, опять ты за свое! Хватит ныть! Я привел нам гостя! Рад, что ты уцелел, Дарек. Малыш Тони все рассказал. Позволь-ка мне узнать, что это за тип с тобой? Уже будем всякий сброд из деревень к нам в лагерь водить? А ты все такой же недоверчивый, Хьюго. Как и в той стычке с Тралом. А что? Какой еще стычке с Тралом? Ты... А откуда ты это вообще знаешь? А, вспомнил. Правда, это был не Трал, и... Ты кто такой вообще? Я Реймин Даррен, но тебе это имя ничего не скажет. Но я точно помню, как хотел вмазать тебе рукоятью испепелителя за излишнюю болтливость, да простит меня свет. Дерек, это еще что за хрен с горы? Это вообще-то моя фраза, и попрошу больше ее не использовать. Реймонд, наш друг. Он реинкарнация Магрейна. Да, да, того самого. Глазам своим не верю. Тут с тобой не поспорю, малыш Хьюи. На остальные вопросы отвечу позже. А где сейчас Дуранин? Видение указало мне, что ты придешь ко мне, Реймин. Сайлос. Сайлоса больше нет. Я все, что от него осталось. Его темная аура. Значит, ты в курсе, зачем я здесь? Видение указали, что только ты можешь помочь спасти Магрейна от влияния короля Лича. Прошу, помоги. Вопрос. Кому помочь? Тебе, мелкой сошке в большой игре, которая сбежит как трус? Или Магрейну, важной шахматной фигуре во всем этом поле боя? Что за загадки? Какое еще поле боя? Какая шахматная доска? Ты дашь мне ответ на вопрос? Тебе нужно сделать выбор, Реймин. От этого зависит наша судьба. Ладно, хочешь выбор? Пока мы сейчас разговариваем, душе Магрейна становится все хуже. И вам бы лучше поторопиться. Как только король Лич поглотит его, он возьмется за меня. И нам точно наступит конец. Думаю, знания Магрейна вам пригодятся в дальнейшем. Хорошо. Я подготовлю все, что нам нужно. Дерек, раз ты вернулся, мне нужно с тобой кое-что обсудить. Располагайся, Реймонд. Я бы на твоем месте не доверял ему, Реймонд. Ты слышал его слова? Он явно намеревается убить тебя. Зачем ему такая обуза, как ты или Магрейн? Он просто прихлопнет тебя, как муху. Вот увидишь.
Продолжение следует.